Встреча с сахалинским путешественником Федором Поволковичем прошла в областном художественном музее. Свое увлечение мужчина совмещает с профессиональной деятельностью и работает в туристической компании. Гид рассказал об особенностях островных маршрутов. Рассказчик имеет туристический опыт за пределами области, поэтому с уверенностью заявляет, Сахалин и Курилы – привлекательный регион. В первую очередь из-за компактности расположения интересных достопримечательностей. Особенность нашего туризма заключается в слове «возможно». Я всегда это говорю гостям, потому что, возможно, погода позволит нам улететь на Курилы. Возможно, прилив не наступит так быстро. Возможно, морской накат или шторм, да, не потревожит нас. Слушателям рассказали не только о заманчивых туристических маршрутах, но и о трудностях, с которыми можно столкнуться в пути. После презентации любой желающий мог задать интересующий вопрос.